возникла проблема. У меня стучит дверь. В ней установлена магнитная защелка, и эта магнитная защелка стучит при закрывании двери, межкомнатной двери. У меня ребенок маленький, поэтому ночью, когда я его уложил, я закрываю дверь, мне все время приходится удерживать ручку, потому что язычок дверного замка, магнитный, шлепает об косяк двери, и раздается громкий звук. Вот такой лайфхак. Покупаем в магазине типа школьника вот такую самоклеющуюся бумагу. Это вот такой нетканный материал, но я выбрал коричневый цвет. Стоит она 30 рублей. И прям берем, из нее вырезаем тонкую полосочку размером с торец язычка. Вот мы отрезали, отрезаем вот столько, сколько нам надо, и получаем вот такую вот наклеечку. Вот эту вот наклеечку мы с вами приклеим на сам язычок. Обязательно смотрите наши следующие ролики по теме ультрафиолета, по домашним соляриям, по профессиональным соляриям и по воздействию ультрафиолета на тело человека. Ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте наши видео. Всем удачи!